Отож, до нашої студії завітав тренер із публічних виступів Сергій Стужук. Доброго ранку вам. Доброго Ми утра. Вже знаємо, що маніпуляції – це не тільки погано, але й добре. Тож що може бути хорошого в маніпуляціях? Ну, скажем так, вони завжди вокруг нас. Якщо ви хочете чогось добитися і ви їх не використовуєте, ви не доб'єтесь цього. Тому що, коли ми говоримо маніпуляція – це плохое слово. А коли ми говоримо «искусство убеждать», це вважається «хорошо». Это одно и то же. Названо немножко по-другому. Мы в прошлый раз на встрече поговорили о том, что такое манипуляции, с чем их едят, виды манипуляции и как их выявлять. Сегодня же я дам определенный инструментарий, дам как быть, если вами манипулируют. Что делать? Якщо Інна хоче мене все-таки закидати сніжками сьогодні і маніпулює. Я хочу сказати і напомнити, що все-таки маніпуляція – це скрите вплив. Якщо я хочу тебе закидати сніжками і вам говорять об этом, це не маніпуляція. А якщо я кажу, що цього чекає наш глядач? Да, і не сніжками, давай вийдемо на вулицю, чекає наш глядач. А там что-нибудь сделаем. О, это уже манипуляция. Она не знает, вы уже сзади держите снежок. Це якось по-злому. Це погана маніпуляція. Більшість маніпуляцій погані. Я вірила. Я хочу сказати, що маніпулятори завжди використовують некоторые вещи. Що вони використовують? Вони чаще всего используют хорошие наши качества, наше воспитание. Пригласили, нельзя отказать. Наши стереотипы, они есть у всех. Они используют также такие вещи, как вежливость и так далее и тому подобное. И я покажу, как это делается. Тобто, кроме того, если... Говорите... Віко, я тебе так прошу піти зі мною на вулицю. Ти така сьогодні гарна. Вот. В тебе така гарна шапочка. Ти ж не можеш мені відмовити. Ти ж на вулиці ти будеш смотреться ще краще. Білий цвіт тобі йде. І коли вдруг... Я ж тебе говорила, білий цвіт йде. Ти вся в сніжках. Це твоє? Пандочка, це твоє. Да. И хотелось бы сразу отметить, манипуляции есть разных видов. Есть индивидуальная, есть массовая. На публичных выступлениях, в массовой сфере, в средствах массовой информации, есть политическая и бизнес-манипуляции. Сегодня мы поговорим про индивидуальные манипуляции, про манипуляции простого формата, чтобы мы подготовили зрителя к тому, чтобы он уже понимал. И уже с сегодняшнего дня он сможет реагировать на них правильно. А уже наступного тижня мы поговорим про більш глобальні. Конечно, но об этом в конце. Досмотрите нас. Итак, дорогие телезрители, сейчас я начну, и я хочу, чтобы все сели поудобнее. Сядьте поудобнее. Ой, я съем. Так, если вы хотя бы немножечко изменили свое положение, вы уже подверглись манипуляции. Как и наши замечательные ведущие. Я не сказал сесть правильно. Разве вы до этого сидели неудобно? Удобно же сидели. Теперь стало еще зручнее, я хочу сказать. Мы привыкли со школы, что нас говорили, сядь правильно, сядь так, как это надо. И каждый раз, когда нам предлагают сесть как-то по-другому, мы садимся правильно. Выгинаем спинку, кладем руки на стол и что-то вроде этого. Это неправильно, это вы уже подверглись. Поэтому, когда вам что-то говорят, любая манипуляция, это самое первое... Это, всего, стереотип какой-то, да, выиграется? Стереотип, воспитание. Угу. Дело в том, что всегда делайте паузу. Если вы чувствуете, что что-то в коммуникации вас настораживает, что-то может быть не так, сделайте паузу. Подумайте, иногда небольшой паузы вам промелькнет. А зачем мне это говорят? Что я должен сделать? Что хотят от меня? Что за этим стоит? И это долго я говорил, у вас быстрее сложится решение без этого. Поэтому следующую манипуляцию, я сразу вам хотел сказать, буду давать такой карт-бланш. Я по роду деятельности часто бываю в судах. Я бываю на мероприятиях публичных. Я сам выступаю очень часто, и сегодня я выезжаю в Киев, где за два дня буду проводить полный свой курс для жителей столицы. Что хотелось бы отметить. Буквально пару дней назад в суде я присутствовал на абсолютно реальном деле. И сзади сидела женщина, точнее несколько такая партия пожилого возраста и один мужчина. И когда выступали адвокаты, они перехлёстывали в своих аргументах, и одна женщина сидела так вот, она говорит, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как только говорил кто-то, какой бессовестный. Как бы не громко, но чтобы это все слышали, обязательно адвокат и обязательно судья. Она как бы не выражала, неофициально, она не участник процесса. Но, еще рядышком, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что творит, как? Ай. Этот прием мне, кстати, подсказал, я его видел раньше, но мне его обострил ведущий, не ведущий, а оператор наш, Виктор Евдокимов.
Да. И когда мы закончили одно время выступление, он говорит, а есть такая убийственная манипуляция, когда сидят, особенно на политических выборах, женщина сидит в первом зале и говорит, ай-яй-яй, и вот эти вещи какие момент. Она может кивать, может охать и говорить, махать рукой, как бы так, вот и так далее, и тому подобное. Как реагировать на это? Что делать? Не замечать? Или воевать? Об этом я и сейчас скажу. Во-первых, спокойствие и то, что вы поняли, что раз кто человек так делает, это манипуляция. Вам от этого станет уже немножко спокойнее. Во-вторых, вы можете реагировать на это тремя способами. Первый способ – не реагируем. Это реакция. Но вы не замечаете. Вы можете просто выступая и говорить, что да, и так рукой повести в сторону человека. Когда у людей нет аргументов, они используют простые манипуляции, типа кивания и оханья и так далее и тому подобное. Иногда достаточно простого пристального взгляда. Если манипулятор неопытный... Тобто можна так поглянути, що її аж непорядки стане. Так, типа... Запам'ятай мене. Вот. Зачастую это может сработать. Если это не сработало, люди продолжают эти моменты, мы вскрываем манипуляцию и говорим об этом. Дорогие друзья, зрители, вы видите прекрасно, у оппонентов нет никаких аргументов. Что они делают? Они садятся и просто кивают. Их как бы не слышно, но все должны слышать. Есть в этом деле какой-то толк? Нету. Это последнее, что они могли сказать. То есть, выкрытие. Скрываем, показываем рукой, не тычем пальцем, никогда, это агрессия. Мы показываем ладошкой, вот, вы добрый, вы смелый, вы лев, а мартышки их пытаются что-то вам сделать. И третий способ вообще прекрасный, вы просто используете то, что люди не любят выступать. Люди боятся выступать. И если вы волнуетесь на выступлении, ну вы-то подготовились, человек, сидящий там, он подготовился только, чтобы покивать. А вы вдруг говорите, так... Используйте призму, изменяя его бессовестно. Поступил вопрос о моей совести. И я вижу, что вы хотели бы об этом сказать. И несколько раз уже обозначали. Давайте скажите, что вы прямо хотели бы отметить. То есть вы призываете, вы даете ему микрофон. Он этого не ожидает. А еще лучше, давайте выйдите сюда и скажите прямо людям. Это так, как манипулируют учителей в школе. И говорят, ты знаешь краще, ниж я, выйди до дошки, расскажи. Похожий вариант, совершенно верно. Человек не готов. Человек после этого зачастую замкнется, выйдет. Як це не готова? Я завжди виходила і починала розказувати анекдоти. Один, а так, анекдот, тут ви видите, ви не согласны, розказали анекдот. Ну це вихід із ситуації. Чому це? Ні, я в школі маю на увазі. Я понял. А мы здесь говорим о том ситуации, когда человек как бы агрессивно к вам настроен. Если он расскажет что-то не контент, не против вас, вы уже покажете. Спасибо большое, вы повеселили народ. Как мы видим, существенного ничего нет. Человек уже уходит и садится. Или выходит из зала. Зачастую он просто не выйдет. Но есть 1%, что человек все-таки выйдет и использует эту трибуну для агрессии против вас. Друзья, если такое произошло, человеку заплатили. Это подготовленный манипулятор. Если вы заслужили такого манипулятора, радуйтесь. В душе вы должны радоваться, потому что вы уже классно выступаете. На вас уже нанимают людей. Ну, вы выступаете точно классно, потому что у нас майже эфир закінчується. Я все слухаю и слухаю, И мы дякуємо нашому ранковому гостю за те, що навчає нас, як реагувати на маніпуляції. Друзі, як ви зрозуміли, необхідно вчасно помітити цю маніпуляцію і вчасно її викрити. Про те, які ще бувають види маніпуляції, сьогодні ми говорили про індивідуальну, наступного тижня про що говоримо? В следующий раз мы будем говорить про бизнес-манипуляции, манипуляции в продаже. Каждый день вы испытываете на себе такие манипуляции. Вы будете видеть, где эта манипуляция, где нет, и как на нее правильно реагировать. Що ж, ми дякуємо нашому ранковому гостю.